Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать, как блокировать, да, то есть вот смотрите, вот он, видите, не блокирует вообще ничего, сейчас вот в лицо я ему стукнул, и все, он нормально пропустил. Что же нам сделать, чтобы нам во время удара не доставалось? Как мы блокируем удары, да? У нас есть такая кнопка, как R2, мы ее зажали, и видим, что зажав R2, он блокирует голову, да, то есть вот он верхнюю часть. Если же дополнительно к R2 мы еще нажмем клавишу L1, извиняюсь, не L1, L2, да, то видно, вот он уходит на блок корпуса, да, то есть, соответственно, также вот в таком сочетании он не даст провести ему еще перевести борьбу в партер. Это также позволит блокировать перевод в партер, да, то есть, если мы знаем, что нас ведут в партер, да, то есть, мы заранее видим, то зажимаем сразу две клавиши, пожалуйста, L2, да, соответственно, и мы блокируемся от партера. То есть это тоже немаловажно. Так что учтите, ставьте лайк, подписывайтесь.